Добрый день, доброе утро. Я опять на кухне. Почему? Потому что я готовлю картофельную тортилью. То есть для начала жарю картошку. Вот рецепт у меня есть на канале, в плейлист заходим, и все там есть. Вот, потому что мы поедем куда? На пикник. В одно очень красивое место. Погода, правда, не балует, потому что ветер очень опять сильный. Всю ночь было, сейчас все это. В общем, мы сейчас позавтракаем. Я разберу посуду и отправимся. Здесь недалеко. Ну, в общем, в пути вам все расскажу. Куда, что и почему. Надеюсь, вам понравится. Если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и колокольчик не забывайте ставить. Так что все, увидимся с вами в путешествии небольшом таком. То я беру на пикник. Хамон вчера взяла. Ой, а что ты не закрываешься? Этот паштетик свой немножечко взяла с гренками. Очень вкусное вообще сочетание. Просто необыкновенно. Сейчас закрою. Огурец. Хлеб мужу. Муж пьет вот такую кока-колу. Я аквариус. И королева у нас. Тортилья. Больше ничего брать не буду. Потому что достаточно. Чего еще-то брать? А сейчас муж сказал, что он меня пригласит на шоколад с чурро. Представляете, это типичный испанский завтрак. Кстати, мой салатик. Я бы его взяла, но и так хватит еды. Так что мы едем кушать шоколад и чурро. Блин, мне завтра тогда в спортзале надо будет пахать и пахать. Ну ничего. Главное, как говорится, желание. А там все будет. Буду собирать сумки и отправляемся в путь. Кстати, мне машинку надо еще, чтобы подождать, чтобы она постиралась. Ну, там немножко ей осталось. Сегодня у нас выборы и какое-то сумасшествие. Все везде занято. Мы уже целый, наверное, час ездим в кафешку какую-нибудь, где продают чуры с шоколадом. И не можем найти. Уже приехали вот, как говорится, хрен знает куда. Но вдруг здесь что-то, вон там какой-то фиолет в кафетерии есть, но я вижу, что она тоже переполнена. В общем, посмотрим. Ты куда ты, Чарли? Попытка пожрать чуры с шоколадом не удалась успехом. Там столько народу стоят и вообще не шевелятся. В общем, едем в какое-то другое место, даже не знаю куда. Ну, куда-нибудь нас приведет дорога. Аллилуйя, мы наконец-то сидим и будем сейчас шоколад. Это надо делать вот так. Всем приятного аппетита! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. Как высоко мы поднялись? В общем, мы едем в место, которое называется Алама де Граганада, откуда бьют источники термальные. И там есть речушка, и прямо в этой же речушке бьет источник с горячей водой. Вот. Там классно так. В общем, сейчас все увидим. Потом также мы проедем в одно место, где выращивают осетров для добычи черной икры. Тоже посмотрим это место. Потому что вот. Смотрю, какое-нибудь местечко, где бы остановиться, чтобы сделать фотку, потому что мы очень высоко в горах, и здесь всего лишь 14 градусов. Представляете? Когда внизу, в нашем городе, 19-18. Куда нас занесло? Сейчас в таком месте таки проезжаем, где здесь все помидоры, капусту выращивают. Видите, вот там вот, правда, собрали уже много
Estos son pimientos. Vamos a coger uno. Uno nomás. O dos. Смотрите, это... А, и томаты. Все, хочет стыбить. No. Но паса надо. Такой ветроган и холодно. Видите, маленький. А ну, есть и большие. Помидоры. Помидоры в крапиве. Ой, много помидор, кстати. Сейчас как меня поймают. Это хороший помидор. И пахнет помидором, прикол. Сейчас еще парочку сорву. Не все вот тут валяются уже. Блин, в крапиве. О, еще один. Вот так приехали в горы воровать помидоры. О, даже складно заговорила. Это все оливковые деревья. Сейчас уже начинается сезон оливкового масла, скажем так. Собирают оливки на масло. Здесь много всяких масловойн. Вот такой вот у нас. После долгих плутаний мы наконец-то выехали. Были раз здесь... Раза 3-4 и постоянно мы забываем. Смотрите, как здесь сразу видно, что здесь много воды, потому что все зелено. Чарли пытается свежим воздухом подышать. Холодно, но здесь уже 11 градусов. Смотрите, какая красота. Вообще шикарно. Дорогу почему-то, правда, не делают, я не знаю почему. Классно. Кто любит горы. Муж говорит, дорогу не делать специально, чтобы никто сюда не ездил. Сюда экскурсии возят и все. Здесь отель есть. С этими... Как это? Ты куда? Я иду. У нас как санаторий. Ай. Хрен пройдешь. Мы же заезжаем. Como está la carretera con la pila de turismo que hay aquí, hombre. Сейчас пойдем гулять. Я вам говорила, смотрите, здесь вода ледяная. Вообще здесь 10 градусов. А вот там источник. Горячая вода. Смотрите, люди все сидят. Там очень горячая вода. Они все купаются. И вот буквально в метре ледяная вода. Я проверяла. Потому что я не верила, как может быть так. Но оно действительно так. А вот отель. Туда уже платные есть, платные, как это назвать, источники, бальнеарио спа. И там уже все, как говорится, загорожено, туда ты зайдешь. А вот здесь бесплатно можно купаться. И Чарли меня замучил, он не хочет сюда идти, пойду его мужу отдам. Здесь вот такие тополя, по-моему, да, называются они. Ой, как холодно, боже мой. Вы не поверите, но очень холодно, хотя, наверное, по моему носу заметно, да? Боже. Я когда пару раз сюда приезжала, там сидели мусульмане. Вот. И такие сидят они там и говорят, садись, садись, говорит, с нами тут есть место. Я говорю, а сейчас, подождите, разденусь буду. Они там брились, представляете? Боже, вы не представляете, как здесь холодно. Они вот сидят там. Где мой чат? А вот он. Клен. Это клен. Здесь вот река. А именно вот оттуда горячие источники. У меня была вот такая идея взять купальник. Ну как-то
Не знаю, это, по-моему, группа молодежи, они сами сюда пришли. Вот. Очень красиво. А, и там вон мост есть. Пойду сейчас на мост фотку сделать. Мостик, конечно, есть, но он, по-моему, закрыт. Ой, ох, я замерзла, мамочки. Холодно без тебя. Что мы наделали? Чарли сюда тушит. Зато собаку успела насрать. Чарли, а дон ты в ату еще мандыкнешься? Ой, страшно. Классно? Пишите в комментариях, если вам нравится. Классно? Не, вы посмотрите, какой он смелый. Я, кстати, специально надела теплый костюм, спортивный, штаны теплые, они там под этой, на флисе, что ли, называется, жилетку вот такой вот. Я даже не думала, что так холодно будет. Вот тут тоже, смотрите, какой-то мостик. Я так люблю вот такие места. Ой, очень красиво. Просто Испания — это не только море, не только солнце, но также это вот такие вот классные места. Таких мест очень-очень много. Кстати, я сюда ни разу не заходила. Мы всегда как-то приходили, приезжали, смотрели на... как люди купаются в горячей воде, и уходила. А здесь, смотрите, как красота. И мой нос красный. Сейчас нагуляем аппетит. Мы сегодня, так как поели чуры с шоколадом, они такие сытные, поэтому кушать еще неохота. Но уже скоро. Ай, красиво все-таки здесь. Чарли мой балдеет. Да, Чарли? Тебе нравится? Тебе нравится моя рыба? Люди занимаются сандеризмом. Не знаю, как по-русски, когда пешком ходят вот по таким тропам. Наверное, тоже сандеризм, да? Здесь наш путь закончился. Все, на ту сторону никак не перейти. А там вот прям, там, где клён шумит над Москвой рекой, говорили мы о любви с тобой. Тра-та-та. Ох, не мандыкнуться бы, а то бы, знаете как, вроде как листва. Не, лучше не полезу. Кстати, вода там проточная, то есть она бежит и вот спускается в реку. Она не стоит на месте, это с земли бьет ключи. Ну, вы знаете, наверное, что такое термальные воды. И вот они там купаются. Ну, вот такая вот экскурсия. Жду от вас лайков и комментариев. Куда он побежал? Чарли, а дондева? В общем, друзья, прикол. Пытались где-нибудь покушать. Очень холодно, ветер ураганный. Ну, мы говорим, поехали в этот, ну, где выращивают черный икру, скажем так. Нафиг выехали не туда, ошиблись, перепутали. И когда уже выехали почти на
нашу автостраду, я говорю, поехали нафиг домой, здесь холодно. Мы приехали домой. Будем сейчас тортилью нашу кушать, которую не покушали. Времени уже так много, и так есть хочу. Салат вчерашний доем. В общем, вот такое вот у нас путешествие. Муж говорит, ну ладно, говорит, на следующей неделе съездим, посмотрим этих осетров и как добывать черную икру. Я думаю, может быть, даже, знаете, поехать туда в понедельник, потому что там есть еще магазинчик, который продает все эти продукты, и посмотреть уже понедельник. Так что, если вам нравится такая идея, ставим пальчики вверх и пишем комментарий, а я пойду лопать. Я просто нереально хочу есть. Время уже 5:00. Мы уже, кстати, съездили, заехали, проголосовали. Ну, мы. Я не голосую, поэтому... Вот, и чтобы, как говорится, что мы мимо ехали, я говорю, доехай, сейчас проголосуй, да и все. В общем, вот такие вот у нас путешествия. Сейчас поем и буду отдыхать. Так, от этого ветра и всего на свете лицо сушит прям вот эта вот часть. Очень-очень сильно. Поэтому хочу сейчас масочку нанести. Сначала сделаем мицеллярной водой. Морду лица очищу. Хотя сегодня не красилась ничем, но от пылища, от всего на свете. Вообще мне эти поездки очень, как говорится, утомляют. Вроде бы недалеко, ну как недалеко, 1,5 часа мы туда ехали. Обратно дольше, потому что заблудились. Ой, встали на одном месте. Я такая вышла, типа поляну накрывать. Там меня сносило, там 9 градусов. Знаете, у нас даже зимой 9 градусов не бывает. У нас зимой обычно где-то 16-17 градусов. Вот. И я говорю, не, нафиг поехали отсюда. Я еще так в туалет хотела, думаю, сейчас тут сяду, отморожу себе все нафиг. Вот. Мицеллярную воду всегда смываю, не знаю, мне так больше чувствуется. И вот так пару раз садилась. Вот, потом мы поехали это искать, где осетров выращивают. Нафиг ни туда не выехали. А я говорю, нам говорит, муж говорит, надо назад возвращаться. Я говорю, ну его нафиг, назад не хочу. И поехали обратно. Уже выехали на нашу автостраду. И поехали домой, говорю. Дома поедим, ну его нафиг. Где-то останавливаться. Уже отвыкли от таких холодов. Маска вот эту покупала в этом. В Приморье. Вообще мне очень нравится она. Такая жирненькая. Так вот. Намажу сейчас. Мне завтра на прививку с утра переться. А еще сегодня с выборами, с этими. По телеку нифига ничего нету. Только одни, блин, выборы, выборы и выборы. Я смотрю сериал «Екатерина». Так что будет у меня сегодня вечер русских сериалов. Сейчас намажусь и будем ждать 20 минут. Прям сохнет, очень сохнет лицо. Думаю, не могу. То ли кремами намазаться. Думаю, ладно, намажусь. Вот так. И буду вот такая красивая. Прям в рот лезет противно. Так вот. Глаза прям закрываются, хотя времени еще всего 8 часов. Сейчас попью чайку. Буду с вами прощаться до завтра. Так что, то, что уберу, вот вообще, вроде помылась с утра, опять дофига. Как такое может быть? Не понимаю. Я не знаю, я не понимаю, почему так. Видно по моим глазам, да, что они такие китайские. По телеку все равно смотреть нечего, я уже повторялась. В общем, встретимся с вами завтра. Всего вам самого наилучшего, всем пока-пока!